Помните книгу о Незнайке? Да. Помните? Там встречались герои с такими странными фамилиями. Козявкин. Нет. Букашкин. Таракашкин. Штанишкин. Сапожкин. Булькин. Мулькин. Промокашкин. Черепушкин. А также Чушкин, Тютелькин, Мурашкин и даже профессорша Бордочка. Что у них там за суффиксы? Странные такие. Давайте подумаем. Штаны. Штанишки. Ишк. Здесь суффикс ишк. Согласен. Морда. Очка. Мордочка. Очка. Суффикс очек. О некоторых суффиксах сегодня поговорим. И сначала об уменьшительных и увеличительных. Уменьшительных. Ек-ек. Мячик. Есть мяч, есть мячик. Есть дом, а есть домишко. Есть медведь, есть мишка. Правда? Есть медведь, а есть мишка. Согласен, но там все-таки такое, да? Мишка. Мешок. Давайте попробуем увеличивать. Тогда мы возьмем с вами суффикс «ищ». Дом, домище. Дом, домище, конечно. Лапу, лапище. Из текста, который я вам прочту, пишите слова с суффиксами. Я буду читать медленно. Пойдет? Давайте. Рыжий котище спал на бревнище. Писать? Писать только слова с суффиксами. А хвостище свесил вниз. Подождите, рыжий котище спал на бревнище, а хвостище свесил вниз. Бежал мимо. Подождите. Жду. А что дальше там? А хвостище? Хвостище свесил вниз. Бежал мимо. Сеньки, котишка-плутишка. Взял и дернул старого кота за хвост. Тот проснулся. Открыл глазищи и пошевелил усищами. А котишка был трусишка. Как увидал, какие у кота лапищи. Какие когтищи. Сразу к маме своей в домишко убежал. А кот зевнул, сначала закрыл один глазище, потом другой и заснул. Все. Заснул и маленький шалунишка. Заснул он под ласковую песенку. Спи, мой зайка, мой паинька, паиньки бою. Думаем, что выпишем здесь.
спину и ставим. Маленько, маленько, маленько. Я думаю, что вы не ошиблись с суффиксом ишк. Правда? Нигде. Я думаю, что вы не ошиблись с суффиксом ищ. Вопрос, что дальше? Большой домище. Правда? Могу я написать большой домища? Нет. Нет, конечно. Почему? Ну, я, во-первых. Ну, там мы так не слышим. Ну, я, конечно, не могу написать после ща совсем, а могу написать а. Ну, можно, это будет ошибка. Так, почему это будет ошибка? Потому что мы так не слышим. Ну, а писать домище. Почему я напишу в конце домище? Это ща не модно. Потому что есть на число. А маленький? Домишко. Домишко. Это что, средний род? Это единственное число. Если было бы домища, было бы множественное. Согласен. Так, еще. Еще это так договорились. Так, договорились, хорошо. Но можно еще и объяснить как-то. Попробуйте сами как-то это объяснить. Большие зубы. Скорее всего, они зубища. Да? Во множественном числе, правда? Так, давайте припишем. Во множественном числе, да? Один зубище, много зубищ. Зубища. Так, еще. Как? Ногища. Ногища это как? Уж тогда ножище. Ножище. Большая нога. Так, еще. Украинище. Украинище это как? Американище. Большая-большая Украина. А нет, извиняюсь. Американище. Ну, это странно, да? Так, еще. Как? Клыкища. Как? Клыкища. Клыкища. Волосище. Это лучше с чередованием, да? Волосище. Клыкища. Правда? Волосище. Клык. Лучища. Волосище. Так, еще. Как? Носище. Носище. Волосище. Огромный нос. Волосище. Да? Волосище. Волосище. Ушище. Волосы. Волосище. Волосища или волосище? Штанище. Медвежище. Они будут волосища. Штанище. Множное число. Штанище. Бывают маленькие штанишки, а бывают большие, большие. Штанище. Штанища. Так, еще. Лисище. Как? Лисище. Лисище это как? Большая, большая лиса. А так, еще Медведище. Медведище. Волчище. Тогда медведище. Да, на конце Е. Волчище. Волчище. А если я напишу волчища, это будет много волков. Мышище. Как? Мышище. Мышище. Это как? Мышка маленькая. То есть маленькая-маленькая мышка стала большой-большой и стала мышищей. Так, возможно, еще. Акулище. Акулища. Да? Большая-большая акула. Нет, так, много. Еще. Колище. Как? Колище. Колище. Запросто отымем. Это все можно делать, да?
Правда? Володище. Володище. Да, я вот такое страшное володище. Да, или спирантище. Да, хорошо, еще. Отлично, значит, мы с тобой оба володища. Да? Васишка. Как? Васишка. Колечко. Как? Васильчиков. Васильчиков, да? Ну там тогда чик. Колик. А нам нужен или ищ, или ик, да? Или ишк. Ты Колик. Скинь меня. Можно, кстати, добавить и еще что-нибудь. Можно добавить ушк или юшк? Колюшка. 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 Колик. Бабушка. Колюшка. Бабушка. Там тоже по происхождению суффикс ушк. Да? Колюшка. Баба. Бабушка. Дедушка. Да? Дедушка. Ушк. Ушк или юшк? Васюшка. Лопатинка. Васюшка. Пускай. Так, еще. Лопатинка. Сами. Дедушка. Лопатинка. Дедушка уже был. Еще. Прадедушка. Бабушка. Лопатинка. Всякому играть. Можем добавить ушко или юшко. Я прям буду. Можем добавить еще уменьшительные суффиксы. Сравните. Есть лиса, а есть лисичка. Лисичка. Согласен. Лисичка. Там суффикс какой только аккуратнее. Подушка. Подушечка. Лиса. Подушка. Давайте запишем. Лисица. Лисичка. Здесь иц. Здесь тот же самый иц, который превратился в ич. И еще прибавилось к. Правда? Лисичка. Лепенок, суфикс ёнок. Ага. Подушечка. Подушка. Ишк получается. Подушка. Лисенок, суфикс ёнок. Подушка. Лиса, лисенок, суфикс онок, ёнок. Подушечка. Так. Подушка. Медведь. Медвежонок. Подушка. Да. Подушка. Подушечка. Подушечка. Согласен. Да. Что? Лисичка, в смысле, гриба хочет. Олень. Лось. Лопатинка. Лисичка, в смысле, гриба. Что у нас там за суффикс получился? Подушка. Подушечка. Есть. Плюс к. Еще какие суффиксы есть? Вот такие вот уменьшительные. Ге. Жить ласкательные есть. Жесть е. Уменьшить нам ласкательные есть еще. Так, садок. Садочок. Маленький. Садочок. Садик. Ну, их уже был. А ге. Или, скажем, маленький садочек. Правда? Садочок. Здесь суффикс? Оч. Ой. Чек. Да? Яблочко. Тот же самый, как очк. Яблочко. Чек. Яблоко. Яблочко. Кружечка. Согласен. Ванечка. Ванечка. Ваня. Ванечка, конечно. Ванечки. Летняя школа Ванечки. Давайте вернемся вот к этому. Давайте попробуем вернуться к этому суффиксу. Онок, ёнок. Что он значит? Да, не просто маленький. Дети. Ребенок. Какой-то? Ребенок. Ребенок. Да? Макрабок. Ребенок. Кстати, в слове ребенок по происхождению тот же суффикс ёнок. Да? Да. Сравните. Ребята. Ребенок. Ну, детенок, можно сказать. Детенок? Да. Это пускай будет диалектное слово, да, но тем не менее детенок тоже можно. Дитя, детенок, детеныш. Пройдет. Итак, это ёнок или онок. Тот же самый
суффикс, обозначающий ребенка. Какое-то дитё. Дитя. Детёнок. Будьте любезны. От разных словечек попробуйте образовать словечки. Так. Это надо будет себе написать. Я вам даю. Условно говоря, папу или маму, а вы пробуете образовать детенка, стенг или сонг. Точно так же, как у лисы, лисенок. А как сын крокодил? Сначала будет все просто. Так, волк. Волчок. Сами пишем, 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 пишем. Медведь. Дальше будет посложнее. Медведь. Медвежонка, да? С суффиксом «онок». Олень. Олень. Я уже написала. Олень. Олень. Замечательно. Овца. Овца. Я предупреждал, что дальше будет посложнее. Нет. Овца. Ягненок, молодцы. У овцы ягненок. А у меня я. Олень, он болеет глаз. Корова. Коровенок. Теленок. Пишем. Корова. Свинюшка, скажите. Пока будет. Свинья, поросенок. Кто-то хочет свинью. Хорошо, свинья. Поросенок. Свинья. А что это будет творить? Да, что-нибудь свиненок. У свиньи, конечно, не свиненок, правда? Почему? А? А зачем придумали поросенка, а не свиненок? Поросенок. Сейчас попробуем. Ну же ребенок, это же ребенок. Лошадь. 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 Не говори лошорок. Лошадь. А, нет, что такое? Лох. У меня тут лошадь. 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 Лошонок? Хорошая мысль, но неправильно. Нет, не он. Лошадёнок. У лошади. Жеребёнок. Не гнёнок, а кто? Жеребёнок. Жеребёнок. Отец его жеребец, правда? Жеребенок, пишем. У меня мысль, когда я рисовала, я запутала. А мы писали. А, еще что-то подождите. Давайте суффиксы выделим. Где онок, где ён. Отлично. Дальше проще. Ёж. Ёжонок. Пишем. Колючка. Ёжонок. Ёжонок, ёжа, колючка. У ёжа, конечно. Ёжа. 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 Ёжик – это просто маленький ёж. Ёжик. Детёныш ежа. Ёжик. Ёжонок. Ёжонок, конечно. Ёжонок. Ёжонок. Онок. 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 Лок, конечно. Ну вот я и говорю. А можно, допустим, можно пройти на
Смотрите, а ребенок Володи выдал. А вот мы будем читать. Значит, мы увидели с вами вот эти интересные суффиксы. Когда мы писали «ёнок», когда «онок»? Когда же ребенок? Было ли какое-то распределение? Скажем, медвежонка мы почему написали через «о»? Я правда? Писала. И ежонка тоже. Я